Всем привет, пацаны. Я сейчас очень смешно пошутил, Соне это очень сильно не понравилось, и поэтому она ушла сейчас на кухню за тряпкой, потому что она пролила достояние сегодняшнего обзора, одно из... Так, это сегодня не на обзоре, поэтому не показываем. Не смешно. Что не смешно? Почему? Что ты издеваешься надо мной? Я над тобой не издеваюсь. Вот мне Соня говорит, что я над ней издеваюсь, хотя это неправда. Сегодняшний обзор на хуч с соком черной смородины. Посмотрите, я как только переехал в Москву, сразу же поменяли дизайн. Это значит, что мир меняется, ребята. Но я его пил миллионы раз. Он сейчас будет делать вид, что хуч сейчас отличается по вкусу. Да! Нет, я пробовала, сравнивала. Старую черную смородину и новую черную смородину. Да, я специально покупал с Колей Машей, там две разные были. Они одинаковые по вкусу. Бля, может я черную смородину просто давным-давно не пил. Мне кажется, у него вкус более натуральный стал. Какой-то вот... Прям реально, как будто черная смородина. Я как будто, блядь, в детстве очутился на даче, на грядке, блядь. Как раньше было, так и осталось. Не, мне кажется, раньше он был более химозный. Хер его знает. Но что вы скажете про хуч с соком черной смородины? Алкоголь 7,2 вольюм, между прочим. Что вы скажете? Ну, очень даже неплохо. Это мой самый любимый вкус. Грейпфрут я не сильно люблю. Вишню я люблю сильно, но грейпфрут, точнее, смородина больше. Ну, то есть вот, смородина, вишня, грейпфрут. Вот так. А лимонную? Я не пробовала. Ну... Пятерочки не продаются, по крайней мере. Да. Он, кстати, не частый посетитель. А какие-то еще хучи были, насколько я помню. У нас здесь хумос. На него сегодня не делается обзор. И на это тоже не делается обзор. Мне пофигу. Ну, есть что хочешь. Ладно. В чем фишка вся? Ну, я-то пью этот напиток 1000 лет уже. По секрету вам скажу. Это она узнала про меня, про вот эти вот напитки. Это она про меня, от меня узнала. Ни от кого другого. Так что не думайте, я... Вы этого не видели, ребята. Она видела. И она вам не расскажет. Не рассказывай, а то мне нельзя будет видеть. Так вот. Значит, самое главное, что у нас тут есть, это... Опа! Strike Sky и Strike Dark. Во-первых, на этих банках есть вот эти вот замечательные QR-коды. Которую я с удовольствием отрываю и клею себе на кепку. Как вы видите, по моей кепке я мрачный алкоголик. Соня опять куда-то убежала. Поэтому я наклеил одну наклеечку сверху, один QR-код сверху. И один QR-код снизу. Эту кепку, к слову, я купил в 2015 году. Эту кепку, к слову, я получила, работая в Макдональдсе. Вот. В общем, сейчас при помощи вот этого вот агрегата спизженного, опять-таки... Из Макдональдса мною. Да. Вот в этом сосуде... Сосуде... Ха-ха! 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 Вдруг кто-то из менеджеров посмотрит это видео. И узнает то, что я сосал в член. Я. Короче, вот этот сосуд, объем каков у него? Я не знаю. 0,25. Мы сделаем коктейль под названием, ну, я называю его Double Strike, типа двойной страйк. В чем его суть? Короче, рассказываю предысторию всего напитка. Как-то раз был концерт Юры Аристова, если вы знаете такого товарища.
Мы на него пошли вместе с Сашей Гудевым. В клуб темнеет. Вот, там, что называется, перед тем, как пойти, мы закупились алкоголем. Мы купили по Ягуару, по Хучу и по баночке Страйка. Он купил себе Страйк, Скай. Я купил себе Страйк Дарк. И у нас была полемика. Какой все-таки вкуснее? Гудзик топил за то, что Скай. Я говорил ему, Дарк, блядь, клевый, типа. И мы в один момент такие... Опа! Опа! Ну и типа решили так... Смешать и выпить. После чего мы поняли, что... Купаж двух страйков намного вкуснее, чем по отдельности Страйк Скай и Страйк Дарк. Сейчас вы этого не увидите, к сожалению. Но я возьму эти две замечательные баночки и намешаю этот коктейль в стакане. Ну что, поднимем стакан? Ох, блин. Да, это очень неправильно я сделал, потому что, как видите, огромная пена. Опа. И, о боже мой, подождите. Ай. Наш коктейль коктейл готов. По запаху. Что скажете? Нормально. Нормально? Да, ну так, сойдет. То есть вам не нравится? Средняя. Средняя? То есть тебе не нравится? А я же по достоинству оценю этот напиток. Да, обедай хотя бы по-пацански. Также расскажу немножечко про каждый из страйков. В нем, как и в Хуче, на каждом из них по 7,2 градуса алкашки. Вот. Значит, каждый из банок по 0,45 литров. Тут, блядь, химия, ароматизаторы, короче, полный пиздец, ребята. Вот что я вам скажу. А дай посмотрю, что тут. Все, обзор закончен. Почему? А, я думал, что она остановилась. Чего меня пугаешь? Она меня постоянно очень кошмарным образом пугает. Не правда, это он делает. В смысле? Ты меня всегда пугаешь. Чем я тебя пугаю? На обзор же распространяться. Я не понимаю, о чем речь идет. Видимо, это ее какие-то фантазии. Что поделать? За вас, пацаны. Да ты сама пугаешь. Я тебя не пугаю, да? Сегодня смотрели фильм «Не грози Южному Централу». Лежим. А у нас балкон открыт, типа. Вот, что проветривалось. Как хуя гром, просто пиздецкий. То есть прям, ну, он реально как будто очень прям громко ебанул очень прям нам в балкон. Я так и подумала сначала. Помоги мне, что такое происходит? Я такой говорю, да все хорошо. Все хорошо. То есть подбежала, отключила фильм, чтобы это самое. И балкон закрыла. Балкон закрыла. Да. Все закрыло. И глаза, и нос, и уши. Кто там? Yeah.
Соня стесняется привострыгать, на самом деле. При мне она... Я вообще вас, в принципе, стесняюсь. Да. Но при мне она рыгает. Еще ого-го как рыгает. Очень неуместно. Неуместно? Но это было уместно. Не, это было смешно. А, ты про это? А про что? Пусть они теперь думают, когда это, о чем мы говорим. Так, ну, правильно. У меня весь канал состоит из того, что я какие-то квесты делаю для зрителей. Надеюсь, никто из них не догадается никогда. Даже не давай им наводки. Молчи, пожалуйста. Я молчу. Я ничего не говорю. Надумывает чего-то. Против меня что-то замышляет. Опять саундтрек из Hotline Miami. Ты это, аккуратнее. Богатый, насыщенный микс двух вкусов страйк. Ну что ты от меня хочешь? Вау. Она стесняется мне смотреть в глаза, она, видимо, что-то скрывает от меня. Какие-то тайны у нее от меня. Соня, какие у тебя тайны от меня? Ты хочешь, чтобы тайна от тебя я сказала на твой обзор? На ушко сказать. А, сказать тебе на ушко тайна от тебя? Она ебенивает с этого коктейля. Пиздец, как сильно. И сразу потянулась пить. Тебе вообще нельзя. Запрещаю. Да, он это понял после Лудкарина. Нет, я это понял еще до Лудкарина. Но Лудкарина я понял это окончательно. Да. Да. Я хотел утопиться в карьере Лудкарина. Да. Я ее не пускал туда, потому что человек пьяный, в одежде, говорит, я сейчас пойду в воду. Я вот так доселала. Я до середины доплыву. Я такой говорю, нет, я типа чисто посудил трезво, подумал, что за хуйня. И... Ну, короче, ради блага Сониного же, а здоровья и так далее, я такой думаю, Сонь, я тебя не пущу. Типа, ты меня, конечно, прости, вся хуйня. Была бы ты потрезвее, мы бы с тобой еще поговорили. Я же в итоге не утонула, меня Коля, Маша спасли. Вот именно, что, блядь, пришлось кому-то спасать тебя. Я об этом и говорю. В общем, я такой говорю, это... Она хитрожопая. Че? Говорит, давай я хотя бы, ну, чисто ноги пройдусь, помочу. Ножки помочу. Я так и говорю, под моим руководством, я вот так вот ее схватил, короче. Вот так вот. И говорю, все, ты проходишь по бережку, там туда-сюда обратно тебе, это другая считалочка. Вот, и... короче, проходишься и все. В итоге. Проходимся мы так в одну сторону. Саня говорит, ну все, я в воду поставлю. Я такой говорю, нет. После чего мне очень сильно нагрубили. После чего я психанул, банку своего черного русского смял, выкинул и пошел
на лавку грустить, короче. А я пошла купаться в одежде. Довольная такая была. Да, да, да. Даже не задумывалась о том, что мне типа неприятно. Я была пьяна, что ты хотел. Хотел понимание. Слушай, я же протрезвела, ты получил понимание от меня. У нас какие-то тут семейные обзорки. Ой, обзорки. Разборки. Разборки, да, обзорки. Да. Я хотела так сказать. Я... Обзорки. Это самое... Дом 2 на Ютубе, короче. Нормальная тема? Нет. Фигня. Это мой канал. Вот. Не знаю. Единственное, что меня успокоило, это то, что... А в тот момент пришел Фидос из группы Ghostbusters. Вот. И типа. Ну, мы там с ним немножечко поговорили на парочку щепетильных тем, что называется. Вот. И я такой, типа, ну, ладно. Ладно. Вот. И если вот этот вот объем 0,25, значит, из таких двух банок получится 4 таких стакана коктейля примерно. Потому что, типа, или нет, или я пизжу. Чё ты говоришь? А сколько из двух таких банок получится вот таких стаканов? 4 получается. Ну, типа, если это 0,25, а если эти, ну, это литр. А. Значит... 22? Да, 4. О. Ну вот. Значит, блядь, а это, оно уже наёбствует нормально-то на самом деле. То есть вы представьте, 4 таких стакана выпить, это вообще будет кошмар. Поэтому... Я считаю, что обзор этот я не закончу. Пока либо не закончится память, либо пока не закончатся эти две банки. Пиздец, короче. Да, и это будет очень скучно, ребята, потому что мы уже, типа, все, что возможно, обсудили. Давай, расскажи что-нибудь зрителям. Расскажи, что сегодня делала. Мой папа делала. Скинхед. Это правда. За это я его уважаю. Что я сегодня делала? Да. Ну, не помню. А вчера что? Тоже не помню. Что вчера было? Лыткарина вчера была? Нет. А что вчера было-то? У Лыткарина было дня 3 назад. Неправда, вчера. Мы вчера из Лыткарина вернулись. Ну, ночью вчера имею в виду. Нет. У Лыткарина позавчера было. Окей, а что вчера мы делали? Дома сидели. Ничего интересного не происходит особенно? Не, почему? А расскажи историю, как мы вышли до магазина. Я докурил сигарету у магазина, выбросил ее, подхожу, и прямо перед нами закрывается. Да. А потом, что мы делали, расскажи. И пока мы я пью... Пошли к метро искать какой-то продуктовый 24. Давай, потише еще сделаю, потому что ты тихо говоришь. Нам навстречу какие-то мои знакомые пришли. Лиза и... Как мальчика зовут, не помнишь? Гоша. Гоша. Ну, охуенный короче, чувак. Я с Лизой хорошо общаюсь. Гоша я первый раз видела. Ну вот, эти я тоже его видел первый раз, но... Говорились, как будто бы начали с Леной Слоник обсуждать все такое. Короче, я говорю, мы виделись с ним в первый раз, и в первые же минуты две, наверное, когда мы с ним увиделись, я пошел, я ему сказал, пойдем за деревом друг другу члены отдрочим. Да, пошли это и сделали, как нормальные Стоп, пацаны. Стоп, вы это сделали? Конечно. Подожди, это не шутка была? Господи, человек верит каждому моему слову о том, что я хуй сосал. Так, а что, вы делали или не делали? Да не, мы просто отошли, типа, сделать вид, что мы... Там... я помню, мы с Лизой посмотрели на вас, и вы такие, что вы смотрите? Да, типа, они нас смущают. Ну-ну, дальше что было? Куда мы пошли потом? А, это они просто, нам сказали... Это нам... прям очень интересная информация для них, ты так думаешь? Мы просто обсуждаем всё... Мы пошли в перекрёсток. Нет, 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 это абсолютно не так.
Я сейчас даже докажу это, блядь. О, у меня грязная жопа, потому что, блядь, я пидор. Во, нахуй. А. Нам подогнали кукурузики. А каким образом нам их подогнали? Я не помню. Просто... Даже не помню, что мы к ним на хату заходили? Заходили, да. Вот, они там то ли... Он из-под крана пил. Да, я пил воду. Я, короче, говорю, блядь, я хочу пить. Ребята, есть стаканчик? Мне такие говорят, нет, нет стаканов. Я говорю, можно я из-под крана попью? Спокойно, окей. Я захожу в ванну, включаю кран, пью из-под крана, допиваю, закрываю, оборачиваюсь, а там вот эта вот женщина стоит. Что? Стоит вот эта вот женщина, которая сидит сейчас рядом со мной. И пьет воду из кружки. Я такой говорю, ну нихуя себе. Да, Лиза нашла его в итоге. Что сделаешь? Так, ну дальше пошли мы, значит... Перекресток. Купили. Потом мы попытались... Мне не хватило на квас, я так расстроилась, господи. Мы хотели купить еще пиво. Да, Гоша сказал, что да, продадут, в итоге нам не продали. Мы доверились. Да, мы потом пошли, перешли дорогу два раза туда-обратно, опять другая считалочка, и потом пошли до дома. Угу. Вот. Вот и все. Такие истории. Вчера было очень... А потом, короче, а был еще дождь начался. Да, еще вчера, что самое главное, было в этот момент, постоянно била молния, постоянно гремел гром, но дождя вообще даже намека не было. Нет, даже звука не было. Был. Иногда был. Так Гоша же говорит, типа, вот, я понимаю то, что скорость света быстрее звука, но не понимаю, почему звук все равно не слышно, что-то такое он говорил о Сири. Нет, то, что дождя не было, гром был. Да иногда было. Был, я помню. Слушай, ну вот ты кому больше веришь? Себе, понимаешь? А зря. Вот, ребята, мне верить надо. Короче... Она меня ненавидит. Нет, вот. Неправда. Я не могу ненавидеть. Я не могу ненавидеть. А что ты делаешь? Сижу на твоем обзоре, пью хуч. Нет, ты меня ненавидишь. Параллельно. Все с чего? Не знаю, просто тебе захотелось меня ненавидеть. Боже, почти полчаса. И что? Мы говорим ни о чем. Так... Спокойно. Вот. Короче, и что самое главное, мы зашли домой. Я... Вот сели мы на диван, который находится вот на телефон сейчас, сидим, я начинаю реветь, короче, просто как конченая нюня, блядь, начинаю реветь, как сучка. Несколько раз уже ходил сморкаться просто, вот, и в итоге такой говорю, типа, бля, мне нужно покурить, короче, пойти, и иду курю сигарету. И тут приходит нам гениальная мысль. А давай постелим, блядь, матрас вот этот вот. На балконе. И что в итоге? Мы это сделали. И вот отсюда у нас звучал альбом So Lucky, Slow Dive. Я включила. Причем я хотел ее попросить включить, а она это без меня сделала. Связь. Надо погромче сделать. Отличный трек. Тюльбан Ханой Айленд называется. Вот. Значит, постелили мы там. Из-за окна хуярит дождь, молнии. Да, гром. Прям к нам в окно молнии хуярят. Вот. Правильно, Вова. Вот, а тут играет Slow Dive, альбом So Lucky, и мне прям так хорошо, короче, становится, я прям такой, еще, я валяюсь, типа, хотя я был абсолютно трезвый, ребята. Вот, и...
сейчас я покажу. Это по слоям, как это, смотрите, наливаем половиночку светлого страйка, голубого страйка. Вот оно. Половиночка голубого страйка. И смотрите, как это красиво происходит. Вот, да. Блять, ребята, если это не секс, то скажите мне, что такое секс? Вот ты знаешь, что это такое? Вот и я не знаю, что это такое. Так вот. И, короче, охуительная музыка, охуительная погода. Я очень люблю дождь, я люблю грозу, я люблю гром. В начале мая. Как пизданет, так нет сарая. Вот, и короче, мы лежим и прям заебись. А потом была рыгать. Не спрашивайте, о чем я. Кошмары какие-то происходили. Я в этом не замешан. Это все она. Я просто рыгнула им на ушко. Что такого? О, молчи, пожалуйста. Это что? О, приятненько. Я туда выплюнула кучу. Да, такой. Вот. Короче, а в итоге как мы ушли с балкона, я не помню. Ну, я, наверное, заходила в туалет. А, ты пошел кушать. Вот, а я туда ушел в спальню. Почему мы не продолжили? Я кашлять начала, холодно там. Там на бетоне мы спали. Ну, точнее, матрас, конечно, был, но... И решетка еще вот эта сбоку холодная. Не знаю, это очень клево. Ты можешь лежать, курить сигарету, вытряхивать пепел, типа, на... Блядь, это ж охуенно, ребята. Вот. Сюда. Мне сегодня утром Федя Попснев, короче, звонил из группы «Обгаженный подъезд» на телефон. Мы с ним проговорили минут 15, наверное. Вот. И я ему говорил, что вот я на балконе сегодня вечером охуенно чилил. Мастелил там матрас, все дела, лежал и курил сигареты. Ну, типа, я не знаю, кто так не пробовал, ребята. Либо у вас нет балкона, либо вы не живете, типа. Прямо сейчас? Все дороги для вас открыты. Вот и все, ребята. Вот. А я продолжаю это. Бля, сейчас. Соня. О. Ребята, мы сегодня попали опять под дождь ебаный, а я выходил на улицу в тапочках. И что в итоге? Тапочки промокли пиздец. Я их положил на батарею, короче. И они до сих пор мокрые. Я хотел на балкон выйти покурить. Но я не хочу быстрее. Ну все. А ты босиком на балкон пойдешь? Нет, давай ты пойдешь на балкон, а я здесь с обзором останусь. Вот все тапки. Зачем? Я много чего расскажу. Нет, я боюсь, ты про меня чего-то наплетешь. Сейчас садись.
Я просто хотел с обзором пойти курить. Не, больше всего они шли, короче, Гоша. А тот чувак, который вчера. Ты видела на нем жрач? Ты не видела? Блять, ему так. Я не смотрела на него особо. Почему? Я на Лизу смотрела в основном. 100 лет не виделись. Да. Звезда. Водная пизда. Сейчас бы опять бы повторилась бы та же самая ситуация, я бы опять бы очень смешно пошутил. Охуенно, ребята, я решил не бухать. Ну ладно, я хотя бы не нажираюсь каждый день. Это уже радует. Тебя радует то, что я не нажираюсь каждый день? Да, конечно, это меня радует. Насколько сильно тебя это радует? Максимально. Максимально сильно радует? Да. Видите, какой я хороший человек, я радую людей. Тем, что не пьешь. А еще чем-нибудь я тебя радую? На обзор, что ли, говорить? Может, наушник скрыли? Так, тогда говори на обзор. Так чем я тебя рада? Что не налево, что ты делаешь? Тереблю тебе нос. Иди курить на балкон. Нет. Я уже устала, 30 секунд. 2 минуты. Ладно, всем до свидания, обзор заканчивается. Нет, я должен. Я говорю, или пока не закончится память, либо пока я не закончу пить. А я закончу. Да, тут еще столько же. Ты что, с ума сошла? Вкусно? Сейчас блевану. Серьезно? Ой, кошмар, у меня глаза заслезились. Все, я тебя больше пить не буду, а. Знаешь, мне такую же фразу сказал Антон из родительского собрания, когда у него на хате насрал в туалет. У меня глаза заслезились. А потом он на видос блеванул. Вова, я выхожу из вашего обзора. Почему? Куда ты? Зачем? Я хочу повидать. Ну, положи сюда. Только по телефону не закинь. Ты сколько еще продолжать будешь сегодня? Я не... Я... Чё, дофига, они мучиться будут. Нет. Смотря этот обзор. Ну что полезного они узнают из этого? Смотри, хочешь, я намешаю все эти коктейли и залпом выпью? Они что, книжку сейчас прочитали? Ну давай быстрее пей. Ты, пидор, блядь, книжку ты тоже почитай, блядь. А никто не поймет эту отсылку, вообще абсолютно никто. Могу посоветовать Стругацких «Улитка на склоне», например. Я, конечно, не вписываюсь в шутку Вову Ферранца, потому что я его, во-первых, не поняла, но книжку все равно посоветовала. Вот. Нет, это «Братья Стругацкие», это обзор, связанный с «Братьями Карамазовыми». Ладно. Я не поняла опять. Знаешь, я показывал эту тему. Короче, Антон из родительского собрания, ты по-прежнему иди нахуй, дебил. Я тебя люблю. Не забывай, как я тебя ебал в жопу открывашкой для пива. Какой кошмар. Ты что, завидуешь Антохе? Да не особо. Не особо? Точно? Ну ладно. А то я бы мог купить, пойти открывашку для пива сейчас. Дурак. Я просто уже пьяный и какую-то хуйню несу. Кого я к себе домой вписала, не понимаю. Вот именно. Какой-то ноунейм у меня живут. Так я и говорил, что я конченый. Да, ну... А почему ты мне не верила изначально?
была надежда. На что была надежда? Что-то нормальный. А сейчас в итоге что? Ты мне тоже вчера на ушко рыгнула, как ты сказала. Это было сегодня утром. Это было вчера. Это было сегодня утром. Это было на балконе. Да, это было на балконе, и уже утро было. Нет, мы светло утром с тобой... уже было. Мы что, утром это делали? Да. Рыгали на ушко утром. Нет, это не было утром. Утром... Блять, утром ты меня... Говорила, Вова, отойди от меня, отойди от меня. Говорила? Да. Это на сегодня днем было. Нет, это было утром. Ты говорила, отойди от меня. Потом мы в итоге пошли смотреть фильм. Ты думаешь, им это все интересно? Друзья мои, вы меня извините, пожалуйста. Никто это, во-первых, до этого момента не досмотрит. А во-вторых, да просто это угарно. I'm so sorry. Короче, вот. Потом мы пошли смотреть фильм. Потом ты меня выгнала из дома, пыталась выгнать из дома. Когда? После того, как мы фильм посмотрели. А, в магазине гонялся пивом. Да. Не вот. Из дома. Видимо, пиво захотела, потому что там постоянно в фильме пьют пиво, да? Да. Вот. И, короче, меня чуть ли не выгнали из дома. Что это было? Не знаю, я не знаю, что это было. За звук был. Я послышал, ты перданула или рыганула? Я рыганула. Рыганула, да? Да. Простите, чтоб его с коленом по вам. Вот, и, короче... То есть, мы особо не зависали сегодня на балконе. Мы вчера это делали. Да. Вот. Вчера ты мне рыганула. Ты, конечно, успокоишься или нет, я не понимаю. Все, давайте я залпом пью. Ты что? Я не слепой. Давай до конца доливай уже. Я устала от этого обзора. Видите, ребят, заебались. Бейте нахуй отсюда, вы ей надоели уже. Нет, неправда. Блять. Что тут за Division? Голхову. Не знаю таких ударей. В общем, он не оставляет описание моей страницы ВКонтакте, поэтому вы просто найдите на его странице, напишите там Софья Морозова и добавляйте друзья, умоляю. Я буду с вами общаться. Она будет вас игнорить, да. Нет, мы будем за вами классно общаться, делиться музыкой, потому что, ну, пожалуйста. Вов, я хочу друзей, пожалуйста, зачем ты ограничиваешь? Я говорю, ты будешь их все равно игнорить. Ребята, я все прекрасно знаю, господи. Ну, хотя бы друзья добавьтесь. Когда мне появится ресурсное общение... Ну, появится видимость. Какая видимость? Того, что есть друзья. Ну, это как у меня, типа. Видишь, у меня друзья ВКонтакте. Да, это вещь с чем-то. Но я думаю, что это хуя. Я не для видимости, у меня там 350 что-то, типа, серии, не 2000. И я с каждым поддерживаю ВКонтакте, стараюсь. Но сейчас у меня в данный момент нет ресурсов на общение с вами. Но вы добавляете друзья, когда появится... Это значит, что вы идете нахуй. Нет. Сейчас было. Я что знаю, переведи на русский. I don't know. Она разговаривает на хачевском языке, ребята. Ну,
Тихачевском, Чуркинском, Чуркастанском. Откройте курс. Ой, а вы не брезгуете тому, что я облизал этот хумус? Что ты только не облизывал? Открывай хумус. А что я облизывал? Ну ты мне сама сказала только что, что я только не облизывал. Мне интересно стало, а что я облизывал? Чего? А что я облизывал? Я не знаю, Вова. А так ты мне сама сказала. 40 минут нафиг. Мне кажется, она хочет мне сказать, что я облизывал. Ну, говори. Ну? Пизду! Когда-то давным-давно, я не помню, когда это было, если честно. Но я давным-давно таким не занимаюсь. Ребята, если вы на зоне меня смотрите, не надо меня в касс опущенных, это самое, потому что... Он это делал пару часов назад. То есть сначала я типа что-то стесняюсь. Сначала ты типа стесняешься, что-то типа говорить. А сейчас мне самому типа как-то стеснительно об этом. Что за человек? Видимо, я слишком пьяный уже просто. Типа, блять, ребята, этот коктейль нахуяривает очень хорошо, на самом деле. Да, ты насколько трезвая сейчас? Максимально трезвая. В смысле? Сань, скажи картошку. Она нихуя не трезвая. Я жую, потому что сейчас пожую, скажу. Не нравится. Картошка. Картошка. Фри. Картошка с фри. У меня флешбеки на Макдональдс. Не снимай. Я не снимаю, а так типа Ава. Ава. Ай, блядь, по зубам, ты чё? Ты что я делал пару часов назад? Я не знаю. Только что там. Я уже забыл. От меня воняет, что это за жесть такой был, блядь. Я сейчас вам расскажу, ребята, один забавный факт. Типа чисто это никто не знает. Вот, но так по секрету. Ребята, мы вчера, короче, расписались. Чего? Правда, что ли? Даже она не знает, приколись об этом. Что? Мы вчера расписались, типа, мы теперь, ну, типа, официально муж и жена, типа, поставили штамп, типа, в паспорт, блядь. Вот. Правда, если что. Это правда? Нет. Она стесняется просто. Видите, обзоры строятся на контрастах. То она стесняется чего-то, то я стесняюсь чего-то. Он вообще ничего не стесняется, если что. Почему? Я сейчас застеснялся того, что я вот, пару часов назад что-то там лизал. А чего ты застеснялся-то? Ну не знаю, типа это... Ну, типа, я не стесняюсь того, что я делаю это в принципе. Это уважение. Это не, я не стесняюсь того, что я делаю это в принципе. Но то, что прям так напрямую мне заявляют, что я это делал недавно, я такой, типа, блин. Ну, ладно. Может быть, многие мне будут завидовать, а мне от этого как-то стрёмно. Не надо завидовать, ребята. Особенно мне не надо завидовать. Потому что я ублюдок, а не человек. Блять! А что тут материться вдруг начала? Да, я, если что, обычно не матерюсь.
Да, еще обычно она сигареты не курит, хотя... Это правда, я необычно не курю, только ради обзора... Необычно не курю? Да, да, только что обычно, а необычно нет. Нет, я стараюсь не курить, очень редко делаю это. Стараюсь не материться. А почему, кстати? Хочу быть хорошим девочкой. В плане хорошим человеком, точнее. Но я тебе разве когда-то говорил, что ты плохая девочка? Такого еще не было. Ну, может быть, сегодня скажу. Не надо. Я расплачусь. Не надо. То есть тебе говоришь, что ты хорошая девочка. Ну, как обычно, короче. Какой кошмар. Я хочу писать. Опять? Ну да. Что ты писаешь? И чтобы ты опять ушла, и я потом опять тоже отошел, сказал: ОГО! И потом вернулся сюда. Повторим сценарий, типа, или серии? Типа серии, нет, ты остаешься здесь. Так я пока осталась. Ну, почему у нас скоро час будет обзора? Не час, а 50 минут. Мне так жаль, друзья мои. Это все он. Что это было? Глупый, что ты делаешь? Душу. Ты так глупый не на обзоре. Дурак. Почему? Вообще, это максимально глупый. Если я... В смысле максимально глупый? Если я это делаю постоянно, почему я не могу это сделать на видео? Ты постоянно меня душишь? Да. Неправда. Ну, частенько. Ну... Бывает, маме. Сейчас нужно правильно поступить. Берем, делаем пацанских 2-3 глотка. Ага. Да. Сейчас идем туда. Я тут вас оставлю. Состояние его снимать. Мы, короче, обсуждали грехи, и очень многие вещи, что производятся у нас здесь, они являются грешными. А она говорит, что Бог с ней. А я считаю, я что... Я просто верующий человек, я работаю в церкви. Так я тоже верующий человек, не надо мне тут гнать. Но ты не работаешь в церкви. Но я не работаю в церкви, потому что я пидор. Пожалуйста, ебаный. Кто-нибудь закончите этот обзор, я умоляю вас, я не могу уже. Я тоже рыгала вчера. Такого не было. Было. Очень смачно, причем так. Нет, это не было смачно. Это просто была точка не вовремя. Какая-то такая не своевременная точка была. Не, она на самом деле вполне логична, типа, учитывая, ну, как бы, да. Но, типа, из серии просто она смешная была. Но на самом деле она была такая относительно смачная. Мне кажется, если я когда-нибудь пересмотрю... БЛЯТЬ! Она мне только что сказала, что поможет мне допить его. Охуенно помогла, она вылила на пол. Поздравляю, обзор подходит к концу, друзья мои. Заканчиваем этот обзор, который 50 минут. Я сделала это, ура!
Можете не я сейчас буду выслизывать с пола, блядь, всю эту тему. А меня зачем? Она меня ногами отправила, она хочет, чтобы я член отсосал. Не только. Она что еще хочет, чтобы я сделал? Бля, тут уже все летает по дому, блядь. Я сейчас пукну. Давай. На обзор, что ли? Ты что, кому поделаешь? Да это не видно в камеру. Господи, друзья мои, простите меня, пожалуйста, тебе сказала, что ты участвовать. Ты сказал, полить в пол будешь. Я уже это сделал, это невкусно. Ой, блядь. Это какой-то артхаус, уже сюр. Это в камеру не попадает. В общем, я... Да, блин, ты дурак. Я надеюсь, он так не выложит. YouTube. Я прямо сейчас это выложу. Если что, я ее зовут Сонечка, я ее люблю. Какой кошмар. Мы с ней знакомы сколько, блядь, 5-10 лет нахуй знакомы мы. Ну, что-то типа серия. Типа мы давно знакомы с ней, типа, и... Типа, я... это время, что мы были знакомы, на относительно все типа из серии просто типа я прямо знаю, что она прям солнышко, но чтобы типа настолько, насколько я вот это осознал типа за последние Вова, полгода а особенно заканчивается, полгода особенно я просто охуел от жизни, я короче я просто переехал, я теперь живу с ней, узнали об этом? Мы вчера расписались, да, мы теперь муж и жена, если что. Все, ребята, всем пока. Почему ты? Да я знаю, что тебе нравится. Это, короче, всем... Ну, никто ничего не понял, ничего не слышал. Ребятушки, ебаные, всем пока. Я знаю, что я конченый долбоёб. Ну все, да я попрощаюсь. Давай, прощайся. Всем до свидания. Будьте добрыми людьми, пожалуйста, не пейте так много. Никаких хучей, никаких... Да, ребят, на самом деле, на самом деле это все очень вредно, и я никому не советую. Разочек в жизни можно попробовать, но не более. Потому что это все очень вредно, вредит вашему здоровью, и у вас будут очень нездоровые дети потом, если вы будете это много пить. И, в принципе, если вы будете очень много пить, если вы будете очень много курить и очень много употреблять наркотиков, потому что это все очень плохо. Вообще наркотики нельзя употреблять. Самое главное, будьте добрыми, пожалуйста. Это понятное дело. Посмотрите, какие мы добрые. Я очень вот. Добрый человек. Вот посмотрите на нас. Мы самые добрые люди в этом мире. К тому же мы еще и муж и жена. Вы представьте, это комбинация. Это, комбо, да. Это комбинация, которая просто переплевывает все в этом мире. То есть это же... Вот так вот, видели, как мы умеем, а вы так можете? Вот о чем я говорю. Вот, в общем, короче, мы с Сонечкой любим друг друга, и мы семья счастливая, и типа, я сейчас пойду курить после того, как я нажму на стоп, вот. Вот, и короче... Договаривай. Короче, будьте добрыми, ребята. Никому не грубите, как я. Я это делаю не потому, что я злой, а потому, что у меня... Ну, что я в образе существую на людях. А так вот... Вот мне Соня каждый день говорит о том, что я самый добрый человек в этом мире. Это факт. Может, он иногда входит в свой сценический образ, но так он добрый. Вот. Я всегда хочу быть тут добрым. Особенно для Сонечки. Хочу быть добрым. И, конечно же, для вас, разумеется. Да, для вас хочу быть добрым, пидор. Всех люблю, ребята. И тебя тоже. Мур-мур-мур. Вот. Короче, мы с вами счастливая семья. Желаю вам быть такими же, ребята. Goodbye. Америка, просей, Европа. Всем пока. Русские, это главное. Я не русская. А кто ты? Ладно, не русская, но у меня еврейские и цыганские корни. Да не важно, какие корни, главное, что, блядь, мы живем тут. Да.
Я из Саратовской области, если что, я родился. Я родился из Саратовской области. Это я. Ну да что ты? Мою личность забираешь. Ударь меня еще раз. Я очень люблю, когда она меня бьет. А она не хочет этого делать. Вова, сейчас. Я серьезно говорю, сейчас мы просто несем бред. Давай розыгрыш сделаем. А кто выиграет в розыгрыше, тот получит две пустые банки страйка, да. И пустую банку хуча. Ой. И еще в честь этого я обниму Соню. А, ну, блин. С розыгрыша? Да. Вова, тут все еще налит свой страйк, он уже впитался. Соня, можешь принести, пожалуйста, тряпочку лучше с кухни, пока я это самое. Тебе хуё? Немножко, да. Всё, сейчас пойдем курить на балкон. Ребята, я её люблю вообще. Не представляете, Вова? Это вы еще пиздюки. Вот. Вы не знаете этого, а я знаю, мне 34 года. Что он знает? А, так. Что надо, я то и знаю. Вот балкон. Мы сейчас закончим запись и пойдем курить сигареты. Ты будешь курить сигареты? Нет. Или нет, не будешь? Курить, на самом деле, не очень хорошо, стоит признать. Да, так. Ребята, на самом деле, почему я вот эти... Большинство этих обзоров, всех этих штуковин, это показывает, на самом деле, то, насколько... пагубно это все влияет, да, на вас. Посмотрите на него. Вы посмотрите на меня. Но это скорее всего, потому что у меня пропал толер. Я практически не пил с первого числа. И то есть вы видели меня, вот эти две банки как раз не... То есть я начинал обзор трезвачком. А что в итоге сейчас со мной? Сами наблюдайте. Да посмотрите на Соню, она тоже... Да она уже кусает меня. А я всегда это делаю, даже когда трезво. А почему ты это делаешь? I don't know. А тебе это нравится? Ты голубой. Тебе нравится кусать, что ли, меня? Ну, да. Что-то типа серии. Ну так, а почему тогда я неадекватный вдруг? Я не говорила, что ты неадекватный, я сказала, что ты глупый. А при чем тут это? А почему тогда я... Потому что мы снимаем обзор 57 минут 38 секунд. А так, я так к чему было сказано? Потому что ты кусаешься, и тебе это нравится, да? Вова, я пошла курить на балкон без тебя. А, так ты все-таки будешь курить? Придется, мне кажется. Почему? Закончи, ты что ждешь, чтобы было... Час, да. Окей, еще 2 минуты. Можешь сюда принести сигареты? До свидания, мой друг, до свидания. Милый мой, мне в груди. Предназначенное расставание обещает встречи с перейти. До свидания, друг мой, без руки, без слова. Не грусти и не печаль порывай. В этой жизни выбирать не ново, и жить, конечно, нет. Это предсмертная записка Сергея Есенина. Это единственный стих, который знаю наизусть полностью. В принципе, вот. А ты мне что-то похожее, мне кажется, писала все время. Да, что-то наверное было. Еще знаю, вот концовка Маяковского паспорта. Я достаю из широких штанин дубликатом бесценного груза. Считайте, завидуйте! Я гражданин Советского Союза! Вот такая вот я. Это... О чем я говорил? I don't know. Это... Жри ананасы, рябчиков, жуй. Ой, день твой последний, приходит либерас. Либерас. Ай-яй-яй. Она меня кормит пробками. Зачем ты это делаешь? Зачем ты делаешь? Зачем она это делает? Ой. Все, мы скоро закончим это. Да, мы скоро кончим. Так, давайте готовься, чтобы было прям ровно. Прям ровно час хочешь, чтобы было? Да. Все, до свидания всем. Вы меня уж извините, если что не так. Могу в следующий раз новый стих выучить для вас. Все.
Все хорошо, Сонечка. Ребята, помните, что я ее люблю, короче, она лучший человек в этом мире. Вот, и, короче... Goodbye. Да-да-да, сейчас, всем пока.